Опа, шайба приехала. Опа, обработал. Опа, на кораблике пошел. Первый и последний гол за карьеру. Дайте ему отсосать. Они всячески пытаются сделать вид, что они не встречаются. На блять, он будет попадать по воротам сегодня, нет? Ну, на пафосе, понятно. В носу поковырялся, все, поехал на скамейку запасных. Поел, да? Заправился перед игрой, блять. Ну так и что, теперь, наверное, надо как-то серьезно начинать, типа... А! Работает вообще, нет? Здравствуйте, дорогие друзья, мы находимся на Солнечном, здесь прямо перед началом матча между Локом Стопом. Тьфу ты, вот что-то не пошло у меня. Ну да ладно, Лока Спарта цвет играет, а я ваш куку-моментатор, всем здравствуйте. И сегодня будет жаришка, пушка, гонка, просто банька-парилка. Доставайте веники, дорогие друзья, сейчас сегодня будет весело. Барселона. Хотя кто слово давал вообще? Нет, ты за... Я сам ёбаные сказал. Операторы. Я сам сказал. Понял, извините. Я тогда вообще молчать буду сегодня всю игру. Так, за кем мы будем следить? Это Заха Ожерельев. От слова жир, он максимально заряженный. Там где-то есть еще Богдан Ляхуенок. Это тоже нормальный вот парень. Вот это момент. А вот есть еще Артема Дрезня. А есть еще Андрюха Гниль. Вот такие вот ребята. Андрюха Глинь. Гниль под цифрой 77 играет. Тема Дрезня под 19 номером. Заха Ожерельев вообще не играет обычно. Он катается просто как-то. Ну это Андрюха. Андрюха крутой. Он нормальный. Он с стартовой пятерки по-любому выходит сегодня. Или он забыл просто как со льда уходить здесь. Я, конечно, не знаю, но в любом случае вот катание демонстрирует. Смотрите, раз, пошел влево, вправо, влево. О, как ты же, как же ты классно себя. Неуловимый Андрей Гнилицкий получается, да? О-хо-хо-хо, Тёма Дризер! Просто костолом! Двоих ушатал! Тёма, пощади! Я больше не буду над тобой шутить, честно! Ожерельев устремляется за круглой, подбирает ее возле короткого борта, посмотрел вперед. А в каком цвете вообще мои играют? А похуй, я все равно точную передачу не отдам. И просто куда-то вперед захуярил. Андрей Гнилицкий выкладывает невероятную девяточку! Мама дорогая! Меня 7, Андрей Гнилицкий забивает и открывает счет в этом матче 1-0. Андрюха, я хочу от тебя детей. Ради бога. Андрей Гнилицкий, можно повтор как-нибудь увидеть, нет? В смысле нет? Нет, я не знаю, нет повторов. Нет, это же запись. Ну потом поставьте на монтаже повтор. Бля, у Захара такой прикол, он, судя по всему, просто едет. Типа, ему вот вообще где шайба, он вот сейчас просто сбил противника, ну просто потому, что он на его пути оказался на самом деле. Подхватывает игровой снаряд, выдает диагональную передачу на Андрея Гнилицкого. Андрей Гнилицкий врывается в зону противника, подставление и заброшенная шайба. Андрюха Гнилицкий, гол плюс пас, я пидорас, ну ничего себе. Андрей Гнилицкий, ты просто мой кумир. Правильно, так и надо, нахуй, где он был в это время? Это не Заха, тем более, ну да ладно. Артем Дрисин. Идеальная передача в касание. Слушай, ты долбанец, ну вот просто, если ты еще раз так взяшь, я тебе ебало снесу, вот ебало снесу и все. Давай, вали отсюда, нахуй. Захар Ожерельев на пятаке зарабатывает гол! Первый гол в его жизни и последний, наверное, я не знаю. Но в любом случае сейчас доел шайбочку, ну вы посмотрите. Захар Ожерельев доел, вы сначала Биг Мак на скамейке запасных, а потом и шайбу на пятаке, просто красавец. У-ху! Дернулся лох ебаный. Это громко было, да? А ты заснял это, как он дернулся? Саечку за испуг, блядь. Знаешь, что значит красная ниточка на руке? Спит. Андрей Гнилицкий. Отличный финт. Пустые ворота и гол! Третий результативный балл. Он ему только по пустым, конечно, попадать. Ну ладно, на самом деле эта фраза совсем неправдива. 3 очка у Андрюхи Гнилицкого. Это просто заголовок для всех новостных выпусков на самом деле. 3 очка, дорогие друзья. Ну, это неплохо. Дубль. И все, это победа! Андрей Гнилицкий, лучший игрок мира, я худший комментатор того же места. До свидания!